Всем приветики, HMTV на связи, мы исследуем автомобильный музей города Ошава сегодня. Добро пожаловать, и вот что мы там внутри найдем. А это цены на вход. Со взрослых $14, сеньоров, пенсионеров по 12, а с малышей 6 до 17, 6 баксов. $7000 стоило когда-то. Ты. А здесь было довольно удобно сидеть, смотрите как. Даже сейчас можно было поездить. А это что за прикол? Наверное, гордость выставки. Самая популярная машина, которая здесь есть. О, Rolls-Royce 88 года. Ford Engine. Ух ты! Только посмотреть на это. А это 1902 года Farmer's Car. Фирма Orient. Модель Buckboard. One cylinder. На деревянном стоишь, все. Интересно, где у них мотор? Окей, вот здесь заливался бензин. Угу. Маленькая труба. Поступал бензин в мотор. И это, по-моему, весь мотор, который есть. Который крутил вот эти колеса и толкал. Это замечательная машина. Ух ты. Ford 1915 года. Только посмотрите на эту красавицу. Поставили в самом углу. Черненький лимузин какой. Вау, вот это красота. Посмотрите, в каком состоянии красивом. И какие машины. А это 27-го. Смотрите, какая разница по размеру. Здесь довольно же удобно сидеть. Ух ты, какая машина, королевская. Вау, вот эта тачка. Made in Italy. А второй ряд? Для пассажиров открывался здесь. Посмотрите на эту гробовозку. Это действительно как будто или королей, или мертвых возили. Rolls-Royce 1937 года, Phantom 3. 12 цилиндров, 4 скорости. Чего себе, 4 тонны примерно весила эта машина. Громадная машинка. Ух ты, как здесь удобно вообще было сидеть. Да, исторический мотоцикл 1965 года Suzuki M15. Интересно, а когда на нем садишься, нужно ноги прижимать? Или китайцем быть?
Наверное, опять Rolls-Royce. Да, Rolls-Royce. А что с этой машиной случилось? У нее деревянные стены. Деревянные. Да, это точно деревянные двери. Полностью из дерева сделаны. Посмотрите на эту красавицу. Половина из металла, половина из дерева. Ух ты. Руль с правой стороны. Ремней безопасности нету. Заднее зеркало. Хотя бы есть тоже. А перед сделан из металла, чтобы не перегревался и не сгорал, наверное. Интересно, они хотя бы попытались сделать все из дерева. Vauxhall. 49-го года Метеор. Красавец Бьюик. Это даже не Бьюик, это просто Метеор. V8 Engine. 130 км в час разгонялась. Посмотрите на это все внутри. Роскошнее все. Convair 1966 года. Ух ты. Они бы еще одну на другую поставили, потому что места нет. Даже реально толком посмотреть на них тяжело. Какие все красавицы. Английская тачка. Фордик. 57-го года Доджик. А это Rolls-Royce 1912 года. Silver Ghost. Историческая машинка. Ух ты, Lady Bird. Серьезный здесь металл. Типа, посмотрите на эти фары. Сколько здесь, наверное, вес? Пару тонн весело. А это, по-моему... 1975-го, Бриклин, SV1, Safety Red, Original Owner, Sandy Bigman. Building Canada, fewer than exist today. Ух ты, какая красавица. Какой у нее бампер был. Фары высовывались. Все как будто такое космическое. А это что за красавица? Ага, колеса Мишелин. Зимние покрышечки, наверное. Ух ты, какая красавица здесь. А здесь кто-то поставил уточек поприкалываться. Три педальки с сцеплением, коробка скоростей. А это последний рычаг, наверное, тормоз. Ага. Стекло, наверное, если головой пробить, то будет больно. Смотрите на деревянные римы. Деревяшка. А вроде держит всю машину. Точно, наверное, тонны полторы весит. Долго служила? Вот лет 100 уже. Все еще держится. Так же, как и здесь. Красавец какой. Все отполированное. Тысяча 38-го Рио. Ух ты. McLaughlin and Buick. 1905-1918 год. Посмотрите на эту красавицу. Маленькое произведение искусства. 28-го года Дюрант. Вау. 27-го года Dodge Brother. Что здесь? Great Dirt. Канадская машина.
Только посмотри, сколько раньше машин делали здесь. Ух ты. А это точно перегревалось. Серьезное здесь охлаждение. Brooks Steamer. Made in Germany. $4000 стоило. Willys, produced in Toronto. $625 стоило. Такой маленький красавец. Speedy Afterglass. Ух ты. Девушки, которые работали, когда мужики воевали. А это что за красавица? 12-го года Маклафен. На 5 человек. Тут даже две запаски прикрутили. Ух ты. Как раз можно мало крутить. Крутишь, крутишь и заводишь. Машина, зверь, куда хочешь довезет, не так ли? Года Chevrolet 490, 3 скорости, $500 стоил. McLaughlin Buick $2345, это примерно как 3 машины, поэтому лакшери было. Деревянные опять римы, две запаски сзади, convertible, все откидывалось. На это Бьюик уже нашего времени. И куча росписей. Последняя машина была Chevrolet Lumina. Последняя, которую выпустили на конвейере. Ее все работники, видно, подписали. И хорошая машина была. Очередной гроб на колесах. Интересно, а здесь решетки радиатора нету. Наверное, мотор сзади где-то. Ух ты, фонари, лампочки, включаешь и освещаешься дорогу. Вау, 1903 Red Pass, Producing Kitchener, Tuthop Mac, такое даже тяжело прочитать, Aurelia, Ontario. Смотрите, очередная канадская машинка. Так, нужно попытаться прочитать, как это. Tuthop Mac Interi. Mac Interi? Немножко ржавая. Посмотрите, деревянные ступеньки. Коробки. Ух ты. Кожаные сиденья, черненькие такие. Я бы сам на таком прокатился бы. Красота, да не только. Интересно, что это. Маккей. Я даже не слышал про такие машины. Очередная машинка. 1911 год. International Harvester. 2 цилиндра, 4 цилиндра. 20 лошадей. Какие толстые колеса. У нас, наверное, трясло конкретно. Как тележка. Хватало привезти пару бочек. Вау, а это шевролетик на лыжах. В чем прикол? Здесь передние колеса не крутятся, они как бы проскальзывают. А задние на лыжах. И это получается снегоход. А почему он открытый? Им не холода не было? А это Бьюик. Ух ты, какой Бьюик. Вау. Что это за красавица?
Talbot, Лондон. Ух ты, какая красавица. Ничего себе, посмотрите на это. Какая ступенька большая. Это моторы. года. Pumper Fox. Пожарная машинка какая. Жалко, Коля здесь нет с собой. Ему бы понравилось. Ух ты, вот эта коллекция. Is this McLaren? Or what is it, like Back to the Future? Wow. This is a Bentley. It's a 26 Bentley. This is a Kessel. With the little, did you see the seats over here? Ребята, только посмотрите на это маленькое сиденье сбоку машины. Машинка называется кизелек. Is this but it's not original from like from the movie, right? No, it's not from the movie, but it's the same car. Yeah. It wasn't a lot of them, right? It was just like limited edition. Yeah, there's I forget. And this is aluminium. Okay, it's without a paint, right? It's just the way it is. It's brushed stainless steel. There's no paint. It's not even aluminium, it's stainless steel? Yeah. Holy crap. But the wheel is kind of small. I was expecting to be more like... I see the old one's like more massive and this one's like, what is this, 15? My God. Look at it, guys, look at this one. Посмотрите, что внутри. Это точно машина времени. Марти Макфлай машина. А здесь как раз устанавливалась турбина для путешествия во времени. Ух ты! На этом все, друзья. Спасибо за внимание и увидимся в следующем видео.